Кстати, в мае в Березняках пройдет и еще один экологический проект «Про уборка». Уже сейчас березняковцы могут выбрать одну из территорий, которую приведут в порядок 27 мая. Жителям предлагают выйти на генеральную уборку Камских заливов, берега реки Зырянка в Чкалово или берега Камы в Усолье. Проголосовать за одно из трех мест можно в социальной сети ВКонтакте в группе «Березняки официальные». Локация, набравшая наибольшее количество голосов, станет местом «Про уборки». Предполагается, что эта акция станет ежегодной. Экологический проект организован Пермским региональным оператором ТКО совместно с муниципалитетами и неравнодушными жителями. Отмечу, региональный оператор по итогам генерального субботника поощрит муниципалитеты, где поучаствует больше всего активистов. Грандиозная краевая проуборка пройдет в Березняках 27 мая.